Если у нас до этого были разные сроки уплаты, как по имуществу, по транспорту, по земельному налогу, то сейчас мы будем уплачивать налог, начиная с этого года, в один срок, 1 октября. Письменные уведомления гражданам будут отправляться по почте, как и раньше. Лишь о приобретенном с этого года имуществе оренбуржец обязан сообщить в налоговые органы сам и приложить подтверждающие документы. Скрывать информацию нет смысла, потому что в базе данных она все равно появится. Произойдет это гораздо позже, и за несвоевременную уплату грозят штрафные санкции. Если эта информация будет представлена в этом и следующем году, то штрафных санкций применяться не будет к налогоплательщику, и налог будет считаться только с того года, когда были представлены сведения налогоплательщика в налоговый орган. То есть если сведения представлены в 2015 году будут, то налог будет считаться только начиная с 2015 года, независимо от того, когда было зарегистрировано имущество. Если же эти сведения будут представлены после 1 января 2017, если после 1 января 2017 года налоговые органы получат сведения о таком имуществе, а налогоплательщикам уведомление не было представлено, то будут применяться штрафные санкции. Налог будет считаться уже за 3 предшествующих налоговых периода. Кроме того, для удобства налогоплательщиков можно воспользоваться услугами личного кабинета на официальном сайте налоговой службы. Здесь можно проверить, какое имущество за вами числится, сумму налога, которая была исчислена, есть ли задолженность и другие подробности.